главных элементов спецодежды. Если человек вернулся из-за границы, не соблюдает режим самоизоляции, а также если он находится под наблюдением медиков и при этом самовольно покинул карантин, то его оштрафуют на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Если из-за такого безответственного поведения кто-то заразился и погиб, наказание составит от 150 до 300 тысяч рублей. Максимальный штраф – 1 000 000 для юридических лиц, действия которых привели к чьей-то гибели. А вот находящихся на самоизоляции россиян старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут, если только они не вернулись из-за рубежа.